Соглашение о взаимодействии направлено на то, чтобы каждый житель Волгоградской области, независимо от того, где он находится в момент референдума, на отдыхе или в командировке в другом городе, смог законно принять участие в общероссийском голосовании по вопросу внесения в поправок в Конституцию Российской Федерации. Подписи под документом поставили председатель региональной комиссии Виктор Черечукин и директор МФЦ Волгоградской области Ирина Змановская. Несмотря на то, что филиальная сеть «Мои документы» с 20.03 переведена на предварительную запись, в каждом филиале, напомню, их 48 филиалов, будет выделено отдельное окно, где в том числе можно в текущей очереди получить открепительный талон для возможности голосования по месту нахождения. Для этого необходимо при себе иметь паспорт гражданина Российской Федерации. В случае нахождения его на замене необходимо иметь временное удостоверение. С помощью автоматизированного рабочего места будет осуществлена возможность изменения избирательного участка. Гражданину будет выдан открепительный талон, в котором будет указан номер избирательного участка, а также адрес, где он сможет оставить свой голос. Стороны договорились о взаимодействии при организации предоставления гражданам услуги по приему и обработке заявлений о голосовании по месту нахождения. Пункты приема заявлений будут открыты в 49 территориальных подразделениях МФЦ по всей стране. Такой механизм работы на голосовании в регионе не новый. Он был отработан на выборах президента Российской Федерации в 2018 году и на выборах в органы государственной власти Волгоградской области в 2019 году. Константин Родионов, Анна Дребнева, Роман Миколенко, телеканал «Волгоград-1».